Друзья, всем привет! Сегодня у нас 31 октября. Мы в гостях у наших друзей. Это главная хозяйка. Да, здесь мы ее сегодня. Привет. Всем привет. И мы посмотрим, как у нас растет лимон. Вот он у нас зацвел. Смотрите, здесь вот. Здесь уже лимон был, да? Алина, вы уже кушали лимон отсюда? Да. Большой он вырос? Нет, такой. Ну, скажем так, такой, да? Папа рассказывал, где-то такой он вырос, вы его съели, теперь вы ждете новый урожай. Вот также у них есть, посмотрите, гранат замечательный. Сейчас он сбрасывает листья, он перезимует, он уже не первую зиму, да, он вас зимовать будет. Вот, и по весне он даст новые листья, листочки, и вы вынесете его на балкон. Поставим его там, да, чтобы он лучше рос. А также у нас есть еще мандарин. Ну, мандарин еще рано цвести, но, в принципе, скоро, думаю, начнет цвести. Вот, так что, давай еще расскажем, где он стоит, да? Он у вас стоит здесь на лоджии, то есть у нас как бы не балкон, а лоджия такая. И здесь, в принципе, пол холодный и подстелен пенопласт. Видите, здесь пенопласт. И, в принципе, растение хорошо себя чувствует. У него очень хорошие зеленые листья. Вот можно посмотреть, прям такие здоровые листья. Можно обратить внимание, что здесь какие-то цветы растут. Каланхоя, да. Ну, желательно, конечно, отсадить, то зачем оно там лишнее. Но пока что этот симбиоз живет между собой, уживается. Вот. Ну что, Лина, будем ждать, когда зацветет эта партия. Потом, думаю, что через месяц начнет цвести еще где-то. И будем смотреть, как созревают сами лимоны. Да? Вот. У Алины, кстати, тоже есть свой YouTube-канал. Можете подписываться на нее. Алиденс называется. Как еще раз? Алиденс по-английски. Так что вы можете еще к Алине зайти. И она вам тоже много чего интересного там расскажет. Вот так вот мы выращиваем, наши друзья выращивают у себя различные растения. Вы тоже это можете делать у себя на балконе, на подоконнике, в зимнем саду. Где еще можно? Во дворе, да, в теплицах можно это выращивать. Вот, дети получают удовольствие от этого, видят все это, и это радует всю семью. Так что смотрите наше видео, подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Ставьте лайки, отлично все. Подписывайтесь еще на мой канал, не забывайте туда забегать. Все, всем пока, до свидания.